Пирог. А с чем пирог, Софиечка? С сливой и виноградом. И получится у нас? Пирог. Пирог виноградно-сливовый. Правильно? Да. Для этого нам понадобится 2 яйца. Да. Нам надо будет 2 белка. Мы уже взбили. Да, я взбила. Да. С сахаром. Четверть стакана у нас пойдет на белки. И четверть стакана у нас пойдет на нас 2 желтка. И еще надо мука. 100 грамм где-то масла сливочного. Да и, стакан муки, еще четверть сахара. Все правильно, ничего не забыли, по-моему. Еще яйцо и масло сливочное. Умница! Вот. И... ну что? Придерживай вот эту штуку нашу, да, и держи одной рукой, или я буду взбивать. О, классно получается. Добавляй сахарку. Весь можешь. Угу, только держи мне, пожалуйста, ниточку. Хорошо надо взбить. Давай сразу муку дозим. Да, всю ее туда. Теперь будем аккуратненько водить белки. Да, давай я сама. Давай, солнышко. Аккуратненько. Давай, 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 давай. Ложечкой. Можно ложечкой, да. Ну, значит, хорошо взбились, раз это так должно быть. Смотри, фокус-покус. Видишь, значит, меренга удалась. Взбилась хорошо. Давай. Ложечкой. Да, правильно, все туда, доченька. Ох. Вот это да. Вот это соусиня. Вот это да, росли. Здорово, да? Вот это да. Я на сливы упала. Ничего страшного, надо будет печься. Все, пойдет. Сливки. А ты аккуратненько. Все? Все нужно. Все нужно. Все. Опять. Запачкалась, да? Ну ничего страшного, мы же на кухне, Дося. Придерживай только. А то что вывернется. Ну, видишь, вовремя мама сказала. Вот такая у нас формочка есть. Да, это в форме сердечка. Да, в форме сердечка. Сейчас мы распределим все тесто в форму. Да. Софиечка, накладывай. Хорошо. Аккуратненько. Не хочет. Не хочет? Нет. А знаешь, как сейчас? Подожди, мама даст ложку еще одну. Давай, давай, да. Молодец. Здорово. Давай дальше. Липо, липо. Да, интересно, да? Еще так же. Умница. Здесь дырка. Поехали дальше. Здесь дырка, надо ее засыпать. Этим. Да. Да. Умница. Мы все распределили тесто по форме. София, не надо есть тесто. Не буду я есть. Оно сладкое и сахарное. Да. Теперь сверху выкладываем что? Сливы. Сливы и... виноградик. Да. У нас была замороженная слива и виноград. У кого есть, смотря какая страна, если свежие, вообще замечательно. Давай, давай сверху вот так вот выкладывай.
Об себя не надо вытирать, София. Потому что пойдет на мусорку. Чпок. И так дальше. И потом мы поставим в духовку запекать. Где-то на минут 30, я думаю. И виноградик. И виноградик. Потому что 40 это для большого пирога. А так как у нас маленький полпорции, нам вполне его хватит. Я думаю, что минут 30, а может даже и 25. Прошло 40 минут. Мы достали. Все-таки 40 минут надо печь. И получилось у нас вот такое сердечко, да, София? Мы будем нас под сырной пудрой. И вот такая сеточка есть для кофе. У нас и для кофе, и для всего остального. Еще что есть у нас? Сахарная пудра и сердечко и без пивака. Да, и что мы будем посыпать сахарной пудрой, правильно? Да. Давай попробуем. Ну как же ж не попробовать? Вкусно? Ну давай насыпать. Давай. Держи ситечко, да, над пирогом. И потихонечку насыпай туда ситечко. Получится? Да. Над пирогом держи. О, умница. Чуть-чуть насыпь и вперед. Вот так вот. Умница. Ты моя хозяюшка. Ой, красиво как получается. Вот ситочки уже туда, да, да. Теперь по всему пирогу. София вывалила. А ситочка тебе для чего надо было? Надо. Чтобы по всему пирогу распределить. Вот такой у нас пирог получился, ребята. Вот, София вывалила полностью. Вот. Куча такая. Вот это да. Вот, вот это да. Всем пока. Пока-пока. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Пока-пока. Пока.